Несколько лет назад канал НТВ предложил мне сделать авторскую передачу «Градусник», в которой бы давались простые оздоравливающие советы, чтобы люди без дорогих операций, лекарств могли улучшить свое здоровье. И после 3 лет успешной работы я решил продолжить этот проект в интернете. Но, к сожалению, ко мне заходило очень мало посетителей. И тогда я решил сделать вирусную рекламу. И, по-моему, у меня это получилось. И я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом добром деле. И мне очень приятно, что последний неплохой ролик сделали ребята из программы «Вести». Да даже и патентовать уже не обязательно. Достаточно раскрутки в интернете. Автор метода Петр Попов, на самом деле занимающийся травматологией, сегодня впервые раскрывает секрет ролика с огурцом, обошедшего все телеканалы. Когда я говорил своим партнерам, что я сделаю вирусную рекламу, никто не верил. И что-то настолько интересное, чтобы нравилось и мне, и людям, и зацепило всех. И в принципе, я сделал один ролик, второй ролик. Потом были ролики с пеньком, с комаром, с яблоками и с прочими подручными предметами. Результат. Сегодня Попов – преуспевающий доктор. От пациентов отбоя нет. Александр Карпов, Александр Кучеровский, Олег Добин, «Вести», Москва. Вот тот огурец, в рекламу которого вложено, даже страшно сказать, несколько миллионов долларов. А я его сейчас с удовольствием съем. И вам того же желаю.